14 кримінальних і 46 дисциплінарних справ. Такі виніки мала проверка предприємства ОПК регіону. Як повідомляється, за амаль місяць, покуль довжилися контрольні мероприємства, органи прокуратури в області виявили шматлікі порушення у ході бягучої уборочної кампанії. Метой стала проверка выполнения законодательства, накированного на обеспечение сохранности державной власности. По вынику было установлено 74 факта дробных крадежей сельгазпредприемства в области, 65 из яких здійснили работники предприемства ОПК. Правоохранными органами принимания узбуджено 14 криминальных справ, первоважная большая из яких дотычить присвоения альбо растраты майомости. На другом месте крадеж шляхом злоуживания службовыми полномоствами. До слова, частей за все крали маслонасенье рапсу, сродки обороны рослин, зерня и муку, кормы и камбикормы, а так само палево и иншие горучезмазочные материалы. Мониторинг так само закранул працовную дисциплину. По вынику распочата 46 дисциплинарных справ. Фигуранты керовники работников, якія знаходились на праце у стане алкогольного опьянения. Як прогучало факты безгосподарливости и порушения працовной и выканавшей дисциплины, захование материальных каштовностей у сельгазпредприемствах в области и надалей застануться под пильным контролем. У той час, як по уже выявленных, будут приняты неоткладные меры.